Американский комедийный актер, обладатель премии «Оскар» Робин Уильямс в понедельник был найден мертвым в своем доме в Северной Калифорнии. Ему было 63 года. По словам полиции, смерть наступила в результате удушения. Предположительно, это было самоубийство. Однако окончательную причину трагедии определит судебно-медицинская экспертиза. По словам представителя Уильямса Мары Буксбаум, актер в последнее время страдал от тяжелой депрессии. «Это невосполнимая и трагичная потеря для всех нас. Семья просит не беспокоить его близких в этот скорбный час», — отметила она. Уильямс родился 21 июля 1951 года в Чикаго. Известность актеру принесла картина Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам» 1987 года. Также он снялся в таких фильмах, как «Миссис Даутфайр», «Август Раш», «Двухсотлетний человек» и многих других. В 1998 году Робин Уильямс был удостоен премии «Оскар» за роль второго плана в картине «Умница Уилл Хантинг». Кроме того, на счету актера 5 кинонаград «Золотой глобус». Всего Уильямс снялся более чем в 300 фильмах.